Дякую, що залишаєтеся на телеканалі «Київ». Ми продовжимо прямий ефір громадської приймальні та розпочинаємо другу її частину «Поради лікаря». Не секрет є той факт, що на даний момент захворювання серцево-судинної системи є основною причиною смертності у світі. У більшості випадків виною є інсульти та серцеві напади. У спеку серце відчуває додаткове навантаження, і щоб забезпечувати нормальний кровообіг, воно працює в посиленому режимі. Тому влітку так важливо приділяти особливу увагу здоров'ю серця і профілактиці серцевих захворювань. Саме про це, а також про методи лікування серцево-судинних хвороб і піде мова вже за мить. Лікар вищої категорії, головний кардіолог міста Києва, завідувач кардіологічним відділенням Олександрівської клінічної лікарні, кандидат медичних наук пан Леонід Кушнір сьогодні буде нас консультувати на тему серцево-судинних захворювань. Пане Леоніде, дуже рада вас бачити в нашій студії. Дякую, що завітали до нас сьогодні. Шановні глядачі, прошу, 223-09-71. Ми так домовлялися про те, що не будемо насправді лякати вас одразу нашими такими можливими моментами. Але серцево-судинні захворювання – одна з найактуальніших тем досі залишається. Будь ласка, ми чекаємо всіх ваших запитань на цю тему. Уже чекаємо. Будь ласка, набирайте наш номер телефону 223-09-71. Будь-які абсолютно запитання готові від вас почути. Отже, пане Леоніде, ну вже така величенька частина літа пройшла все-таки. Давайте так, ну, чи порівняно з іншим літом воно якось відрізняється по тому по тій захворюваності, яка є у нас у місті? Ну, когда у нас не столько лето на лето, так сказать, не сравнивается, но основная проблема действительно для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, вы правильно сказали, когда идет ну, очень высокая температура, и первый момент, и второй момент – это перепады температуры, атмосферного давления. Именно эти факторы повышают действительно повышенную требования к сердечно-сосудистой системе. У людей, которые имеют хронические заболевания, в этот момент повышается значительный риск ухудшения состояния, возникновения каких-то кризисов, таких как инфаркт, инсульт или нарушение ритма приступообразное. Поэтому в этот период обычно, когда очень жарко или перепад погоды, допустим, сегодня будет плюс 35, а завтра плюс 20. Такие у нас бывают моменты. И в этот момент, конечно, люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, должны иметь повышенную тревогу, то есть быть особенно осторожными, избегать значительных перегрузок, избегать стрессов и, как правило, четко выполнять те рекомендации планового лечения, которые им назначены кардиологом или их семейным доктором, который их ведет и дает им рекомендации. Возможно, в этот момент необходимо, конечно, уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку и подстраховаться коррекцией лечения, которое назначает лечащий доктор. А вот если говорить про эту ситуацию, это как раз буквально сегодня. Вот у нас был очень спекотный тиждень, а после этого, навпаки, мы видим, что у нас погода стала більш прохолодною. А що робити в такому випадку? Ну, обычно более прохладная погода, с одной стороны, вроде хорошо и легче стало, но сам перепад давления атмосферного температуры может сказаться в виде гипертонических кризов и так далее. Если человек перенес благополучно этот перепад и чувствует себя утром нормально при этих погодных условиях, то он может продолжать свой обычный образ жизни. Если же в этот момент он видит, что ухудшение колебания давления, изменения в области сердца, какие-то болевые синдромы или там нарушение ритма сердца, то это день переходной хотя бы. Надо провести в более спокойной обстановке, подстраховаться, уменьшить нагрузку и провести его в более спокойном режиме. А в последующем он может продолжать свой режим. То есть такая температура, как сегодня, допустим, это плюс 22-25 градусов, она близко к оптимальной. Так, но перепад с той, что был, вызывает определенные риски. Поэтому хотя бы сутки, пока организм адаптируется, его сердечно-сосудистая система, сделать небольшую такую подстраховку, а потом возвращаться к обычной жизни. Это такой наиболее идеальный вариант, если мы можем позволить себе действительно взять ось цей день, який ми розуміємо, так, і взяти і провести його з користю для здоров'я. Що робити, якщо людина знає, що, ну, банально, їй потрібно йти на роботу, вона може там собі дозволити запізнитися там на якийсь час, але все-таки потрібно сьогодні виконувати ті чи інші навантаження, або психологічні, або фізичні. Ну, опять же, если возникает необходимость, все-таки, несмотря, ну, нет возможности, как сказать, сделать переходной период, то в этот момент я могу посоветовать только одно. Выполнение полностью всех тех рекомендаций, которые человек получил от своего лечащего доктора в тот или иной период. И постараться по возможности, насколько это возможно, уменьшить нагрузку. Другого совета в этой ситуации дать нельзя. То есть на работу человек все равно должен выходить. Вот. Но если есть плохое самочувствие или есть какие-то угрозы, то в этот момент лучше все-таки по возможности остаться дома, если такая возможность есть. Если нет, то посоветоваться с своим врачом, лечащим или по телефону, или в каком режиме.
теми, которые могут дать совет, как конкретно каждому человеку в той или иной ситуации поступить. Если же самочувствие нормальное, показатели пульса, давления нормальные, то человек может идти на работу без так. проблем. Так, дякуємо дуже. Є до вас запитання. Добрий день, слухаємо вас, ви в ефірі. Добрий день. А я хочу спросить насчет брадокардии. Брадокардия у меня, мне 76 лет, брадокардия у меня, мне кажется, генетическая, потому что никогда не бывает большого пульса. Всегда 46 до 50. Иногда, когда я уже так подвигаюсь много, все, у меня бывает 61. Насколько вообще она опасна для жизни? Ну, спасибо за вопрос. Дуже только дякую. Если можно одно уточнение. Это брадикардия на фоне применения лекарств или независимо от них у вас? Все, немає, немає. Вже, так, значит, брадикардия – это замедление частоты сердечных сокращений. Значит, оно обычно считается сегодня брадикардией, если частота сердечных сокращений без применения каких-либо медикаментов, которые могут влиять на частоту сердечных сокращений, меньше 55. Если у вас подобная ситуация есть в возрасте 76 лет, то, конечно, надо уточнить причину этой брадикардии, то есть нуждаетесь в обследовании врача, который уточнит, или это ваша физиологическая норма, или есть какая-то патология, которая требует определенного лечения. Потому что частота 46 может быть причиной каких-либо нарушений сердечно-сосудистых, особенно в вашем возрасте. Поэтому мой совет такой, если вы имеете подобную проблему, надо конкретно посоветоваться, обследоваться, после чего уже конкретно решать этот вопрос. Но замедление пульса может быть опасным. Поэтому в этом случае мой совет такой, обратиться к доктору, пройти обследование, уточнить причину этих дел, и после этого уже принимать правильное решение. Это наиболее правильно будет. Якщо людина от хоче якимось чином допомогти сама собі, прямо ось у цей момент, коли у неї такий спад, що тоді слід? Значить, якщо медленний пульс, то є такі хороші капельки зеленіна, які продаються в аптеці без рецепту. Вони содержать беладону, ландыш, валеріану, тобто вони ускоряють роботу серця. Їх можна використовувати без каких-то дополнительних моментів. Обычно 25-30 капелек на полстаканчика води, воно участить ритм серця. Но опять же, для того, щоб знати причину замедлення роботи серця, для этого надо иногда даже бывает стационарное обследование. Поэтому желательно в вашем возрасте проконсультироваться с врачом и получить конкретный индивидуальный совет. А на фоне каких лекарских препаратов может быть ось такой спад? Ну, есть препараты, которые замедляют работу сердца. Это есть группа антиритмических препаратов, которые используют для нарушения ритма сердца. Это группа бета-блокаторов, это группа сердечных гликозидов, которые могут сами по себе замедлять работу сердца. Так. Вот. Поэтому в этом случае это может быть, так сказать, медикаментозно индуцированное или обусловленное замедление. То в этом случае тоже или дозу подкоррегировать, или отказаться от этого препарата, если он вызывает такие, ну, побочные, скажем, эффекты. Так, дякую дуже. Слухаємо вас. Добрый день. У меня несколько к вам вопросов. У меня мерцательная аритмия, сердечная недостаточность. Так. Але мені посоветовал доктор, что надо пройти мультиспиральную томографию, кардиографию. И я хотела спросить, у меня очень-очень большие мешки под глазами. Говорят, сердце – это ноги, у меня отекают. Под глазами мешки, говорят, это почки. Почему почки? Потому что у меня нижнее давление всегда очень высокое, очень 190, это самый минимум. Вот. И что же делать? Сильная одышка. Что я не пью, ничего не дает. При нагрузке малейшей так задыхаюсь, что на второй этаж не могу подняться. 100 метров, это я иду уже задыхаюсь, понимаете? Вот. И никто ничего, говорят, уже возраст. 70 лет раньше, такой уже большой возраст. У вас есть запытание? Да, я понял ваш вопрос. Значит, я хочу объяснить вам следующее. То, что вы мне описали, это повышение давления, нарушение ритма сердца в виде мерцательной аритмии, слабость, одышка, это признаки сердечной недостаточности, которая, по-видимому, обусловлена у вас ишемической болезнью сердца. Поэтому, если имея такие проблемы, то вам, конечно, кроме амбулаторного обследования, желательно было бы полечиться стационарно. Значит, вы можете обратиться или в Александровскую больницу, городской центр, пожалуйста, вас там можно госпитализировать, или в любое кардиологическое отделение города Киева, согласно вашей прописке, которую вы можете выбрать. Ну, на выбор. Потому что сегодня все стационары Киева у нас являются городского подчинения, то есть районной подчинения нет.
То есть вам надо более детально обследоваться. Что касается отеков под глазами, то они могут иметь разные причины. Могут быть отеки, могут быть мешки под глазами, когда нарушается эластичность кожных покровов. Может действительно быть иногда при почечных заболеваниях, как вы правильно сказали, отеки или мешки под глазами. Могут быть патология щитовидной железы, которая может вызывать подобные вещи. Поэтому, учитывая ваше плохое самочувствие, учитывая неэффективность, по-видимому, амбулаторного лечения, самый правильный вариант – это лечь обследоваться стационарно и получить и лечение, и последующие рекомендации по дальнейшему вашему жизненному пути. Ваш возраст не является предельным, и поэтому надо не думать о возрасте, а думать о проблеме, которая у вас есть, которую можно поправить. Так, яку можно вырешить? Да, конечно. Дякую. Поэтому лучше лечь, обследоваться более детально и решить все эти проблемы. Так, добрый день, вы в эфире, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это я, да? Так, это вы, добрый день. Это, у меня такая проблема, мне 57 лет, и у меня обнаружили тромб в сердце. Реально избавиться от него? Мне сказали пить эти таблетки, что разжижают кровь. Я запытаю. Антикоагулянты. Я понял, да. Но реально это возможно это сделать или это так? Угу. Дякуємо, дуже дякуємо. Мы поняли ваш вопрос. Значит, что касается тромб сердца, обычно это вторичное осложнение какого-либо сердечно-сосудистого заболевания, которое, по-видимому, у вас есть. Значит, но если есть такая проблема, то тромб сердца действительно растворяется во многих процентах случаев применением препаратов, которые называются антикоагулянты. То есть вам, видимо, назначили один из этих препаратов, но лечение для растворения тромба, оно потребуется как минимум месяц-полтора-два. Под контролем доктора, под контролем ультразвукового исследования сердца, которое определит возможности растворения этого тромба и предупреждения рецидива этого заболевания, то есть повторного образования тромбов или каких осложнений, потому что этот тромб в полости сердца, он опасен, потому что может выходить из сердца куда-то, попадая в другие сосуды. Или он бывает фиксированный, когда он никуда, то есть к стеночке сердца прикрепленный, но в любом случае на сегодняшний день есть достаточно адекватные методы, которые позволяют в большинстве случаев этот тромб растворить. Угу. Если это не удается, то иногда таких пациентов посылают на консультацию кардиохирургам, которые решают иногда методы кардиохирургического удаления тромба, если в этом есть необходимость. Поэтому я думаю, что вы должны посоветоваться с тем кардиологом, который вас наблюдает, и он даст те советы. Либо это бывает стационарное лечение, либо вот амбулаторное, длительное, которое потребуется в данной ситуации. Но опять же, нужно знать причину образования тромба у вас в сердце, потому что, как правило, это вторичная проблема. Так, вторично. Да, и поэтому вот такой совет будет самый правильный. Но это заболевание лечится на сегодняшний день эффективно, поэтому надо все сделать, насколько это возможно. Угу. Так, дуже дякуємо. У нас ще є запитання до вас. Добрий день, ви в прямому ефірі. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а мені 64 роки, і в мене давлення високе, я п'ю таблетки, але в мене протромбиновий індекс 104. Це дуже високий, вважається, чи ні? А ще таке запитання. Моїй дочці 27 років, вона гіпотонік, в неї давлення 90, 100, на 60 буває, а пульс в неї 82. Скажіть, будь ласка, чим це грозить і що приймати доньці? Ну, давайте сначала по вам ответим. Да? Значит, вопрос такой. Если у вас есть гипертоническая болезнь, то вы должны регулярно, пожизненно проводить лечение гипертонической болезни под контролем вашего доктора, который должен постараться выйти на целевое давление, которое будет 140 ниже верхнего и 90 ниже нижнего давления. Это обязательно, и это сегодня вполне достижимо, поэтому вы можете это лечение проходить амбулаторно. Если оно амбулаторно не дает эффекта, то вас могут госпитализировать в кардиологическое отделение, где будет подбор в стационарных условиях лекарств, которые в последующем нужно применять. Если есть необходимость, пожалуйста, Александровская больница, где я работаю, мое отделение с удовольствием вас примет и окажет вам посильную помощь. Это Шовковичная 39/1, 10 корпус, 6 этаж. Теперь по вопросу вашей дочери. Значит, пониженное давление, оно есть у многих женщин ее возраста, и оно ничем не опасно, это даже давление оптимально, если оно не вызывает каких-то субъективных нарушений, дискомфорта, самочувствия или каких-то моментах, оно не требует какого-то лечения.
То, что у нее там частота 82, это вполне адекватно, тем более частота пульса может меняться в зависимости от положения тела, от эмоционального фактора употребления, например, кофе или других напитков. Поэтому фиксировать внимание в этом случае нет. Вашей дочери можно посоветовать занятия легкой физкультурой на систематическом уровне, высыпаться очень хорошо, не злоупотреблять кофе, и будет, я думаю, все нормально. Так, это будет правильный подход. Якраз у цьому віці дійсно, да. Зазвичай ось цими порадами. У женщин этого возраста часто бывает, это и вариант нормы, и оно не требует каких-то, угу, в общем-то, лечебных мероприятий. Так, тобто не хвилюйтеся, дякую, що зателефонували. Є у нас іще запитання. Добрий день. Доброго дня вам. Добрий день. Запитання таке до вашого гостя. Моєму чоловікові зробили кардіограму і показали, що він на ногах переносив інсульт. Тоді нас послали в Чернігів, бо ми живемо в Чернігівській області, в кардіологічний центр. І в нього дійсно зробили кардіограму, тоді ехо серця зробили і показали, що в нього бляшка. Скажіть, будь ласка, що можна робити із цим? На ногах інсульт переніс, ви сказали? Інфаркт, да, наверное, да? Сказали врачі, що він на ногах переніс інсульт. Інсульт і інфаркт? Його нічого не турбувало, абсолютно. І зараз, коли він робить кардіограму, зразу кардіограма показує, хорошо йде, а тоді із середини або в кінці показує інсульт або інфаркт. Значит, я хочу вам объяснить, но кардиограмма не показывает наличие перенесенного инсульта. Она может показать признаки перенесенного инфаркта. Но по одной кардиограмме диагноз не ставится. То есть человек должен быть обследован другими методами. Это эхограммку вы делали и другими методами. Потому что кардиограмма – это один из методов исследования. Он важный, но не является абсолютным для диагностики. Диагноз ставит доктор на основании осмотра пациента и дополнительных методов исследования, которые ваш муж, видимо, проходил. И эхограмму он проходил, так как вы сказали, и другие методы исследования. Поэтому что можно сказать? Если у него зафиксировано какое-то заболевание, по-видимому, раз вы говорите, что он перенес инсульт, то это заболевание, которое, ну, осложнило течение, возможно, гипертонической болезни, возможно, осложнение заболеваний сердца или сосуда, то для того, чтобы не было в дальнейшем этих проблем и избежать остаточное явление того, что он перенес, единственный правильный выход – это быть под наблюдением кардиолога и невропатолога и выполнять те рекомендации, которые они вам дадут на регулярной основе. Вот это то, что надо сделать, потому что то, что вы описали, говорит о том, что у него имеются хронические проблемы, которыми надо заниматься, иначе они могут привести к новым сосудистым катастрофам. Угу. Поэтому самый правильный вариант – стать под наблюдение кардиолога и невропатолога в его случае. И выполнять их рекомендации. Это вылекованная ситуация? Значит, мы же не знаем, какая была причина у него, но обычно инсульт перенесен, и это уже говорит о том, что у человека есть хроническая сосудистая патология, которую, угу, надо лечить. Вот. Но если правильно лечить и не знаем, какая степень дефицита неврологического после инсульта, то, конечно, как минимум можно предупредить дальнейшие какие-то, угу, проблемы и улучшить его состояние. Так, дякую. Это то, что надо сделать. Слухаємо наступне запитання. Добрий день, ви в ефірі. У меня сын 35 лет. В общем-то, не жаловался никогда ни на какие повышенные давления. В воскресенье они были на даче, загорали. А в понедельник он пришел на работу, ему стало плохо. У него стал подщипывать язык. Mm-hmm. В общем, пошел в аптеку, померили давление 150 на 86. Вызвали скорую, ну, скорая тоже померила давление, какие-то дали таблетки, я не знаю, как-то прослушала. И дело в том, что вроде как в понедельник, вторник он побыл дома, немножко легче стало. Сегодня он пошел на работу, угу, и купил уже аппарат, сам себе померил давление, а у него сегодня 145 давления. Но, в общем, опять принимают эти же капельки, какие-то в капсулах, ну, от давления. Но дело в том, что в воскресенье они собираются улетать на море. Угу. И вот я теперь отговариваю, как бы, понимаете, но у них свадебное путешествие. И они уже долго ждали этого путешествия. И как, что вы порекомендуете в этом плане? Ну, вам важка ситуація. Відмовляти сина від весільної подорожі – це нелегка у вас, значить, виходить проблема. Я зрозумів ваш питання. Значить, ну,
Гипертония – это стойкое повышение артериального давления, которое возникает не ситуационно, а после каких-то там перегрузок, употребления каких-то напитков на отдыхе или перегревания на солнце. Но поскольку повышенным давлением считается, я вам уже сказал, это 140 верхнее и выше, а нижнее 90 и выше, поскольку у него дважды находили повышение давления, значит, я не думаю, что ему следует отказываться от свадебного путешествия, а вот перед ним посоветоваться с доктором и применить те мероприятия, которые могут помочь ему нормализовать давление, поехать великолепно в свадебное путешествие, а в последующем дообследоваться и выполнять те рекомендации, раз такая проблема есть, это, наверное, будет самый правильный подход. Единственное, что можно ему рекомендовать избегать при поездке в путешествие, это перегревание на солнце, употребление кофе, алкогольных напитков и соленых продуктов. Вот это то, что должно ограничить его риски. А совет доктора перед поездкой, я думаю, поможет ему великолепно провести свое свадебное путешествие. Так, дякую дуже. Ми бажаємо дійсно вашому сину, щоб у нього все-таки гарно склалося весільна подорож. І слухаємо наступне запитання. Добрий день, ви в ефірі. Доброго дня. Добрий день. Я інвалід второї групи. У мене в 2004-му був інфаркт Стрижецька, я попадав. Уже 14 років. Ну, два роки тому назад... Так было бы, вроде принимал нормальное лекарство, 12 лет и спортом чуть-чуть занимался, у меня трансморальный был инфаркт и аневризма. Ну, аневризма небольшая. И сейчас вот, два года тому назад я ударился случайно об стенку и через неделю попал в больницу. Произошел у меня, ну, как я рвал сильно три дня там в больнице, и как инсульт произошел у меня, вроде микро или что. Ну, они сделали МРТ мне там, ну, вроде есть, ну, все. Ну, потом они покапали меня, я вышел, голова кружилась, но перестала, год был полтора нормально. Вот это, я с больницы вышел неделю там назад, лежал в больнице. Это произошло что? Плохо стало мне, закружилось, давление упало, опять забрали, ну, октавиген кололи, там, аспаркам, ну, такие, сердце сразу кололи, и все. Я в кардиореуматологии лежал здесь, на ну, где вот это, ну, где, так. Ну, больница. И у вас питание, что вам теперь делать? Я хотел бы спросить, вот, у меня сейчас вот, если я к вам приеду туда, в Александровскую больницу, проконсультироваться, можно будет, например, что у меня такое давление, все, врачи точно подобрать не могут ничего, понимаете, ни по сердцу, ни почему. У меня-то давление меньше, то больше играет. Вот сегодня атмосферное давление, сегодня магнитная буря, мне плохо сегодня. Давление было так 115, сейчас уже 90, понимаете? И вот такое. Что лучше пить, чтобы оно так нормально было, содержалось давление? Дякуємо за запитання. Дуже дякуємо. Спасибо за ваш вопрос. Значит, ну, я понял, что тут две проблемы. Первая проблема, что вы хотите приехать на консультацию. Милости просим. Александровская больница, 10 корпус, 6 этаж, 635 кабинет. И там меня найдете, Кушнир Леонид Владимирович. Пожалуйста, если вас интересует конкретная моя консультация, считайте, что я вас на нее приглашаю. Что касается, что делать, учитывая, что вы перенесли инфаркт, инсульт, то у вас есть, конечно, хронические сердечно-сосудистые заболевания, которые имеют взаимоотягощающий момент и имеют, видимо, взаимосвязь между собой. Поэтому рекомендации в данном случае могут быть только индивидуальными, только конкретными, полностью осмотрев вас как пациента. Поэтому... Если хотите лично ко мне приехать, вопроса нет, вы получили уже приглашение. И второй вопрос, что вы должны регулярно наблюдаться кардиологом, который будет в дальнейшем вас вести и давать соответствующие рекомендации по тому или иному методу лечения. Угу. Вот это то, что я могу сказать, потому что те заболевания, которые у вас есть, они хронические, требуют постоянного лечения, постоянного наблюдения. Это, наверное, будет самый правильный подход по вашему вопросу. Так, дякуємо дуже. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Добрый день. У меня вопрос. Ну, опять же, у меня много лет уже это гипертония. Моя аптечка имеется вот фармадипин, она лаприл, карвалол всегда. По утрам бывает 200 на 130. А при 170 я себя нормально чувствую, понимаете? Вот. И еще вопрос. Всем ли показано вот это то, что рекламируют без конца препарат для разжижения крови? Или не всем? Дякуємо за те, що мене звали. Ну, я хочу вам ответить, що телевидение – це не найкращий метод для того, щоб лечитися, да? Тому що лечить не телевидение, не реклама якогось препарату, а лечить доктор кожного пацієнта індивідуально. Поскольку у вас давление все-таки не достигает целевого давления, да, о котором я сказал, что это ниже 140 и ниже 90, а у вас вот эти 170, то
То есть, ну, вам желательно было бы все-таки пройти стационарное лечение и попытаться как можно ближе выйти к этому уровню, а лучше, если достичь его. То есть посмотреть подбор препаратов, посмотреть, пройти стационарное лечение. Пожалуйста, никакой проблемы нет, тоже вас вот приглашаем это сделать, где можно индивидуально подобрать вам лечение, подобрать переносимость препарата, чтобы она была адекватная, и дозировки вам подобрать. Поэтому это для вас желательно, потому что, видите, у вас давление стабильно высокое, и вы не достигли пока тех показателей, которые нужны. Это довольно опасно, это повышает риск серьезных сосудистых катастроф. Поэтому правильно это сделать таким путем. Вот, а самому заниматься лечением, ну, по телевидению, по рекламе, по журналам каким-то, ну, это, наверное, неправильно и рисково. Это я вам не советую делать. Лучше наблюдаться доктором и получать профессиональные рекомендации по тому или иному виду лечения. Это будет, ну, наиболее правильный подход в этой ситуации. Так, абсолютно з вами погоджуюся. Дуже часто зараз є ситуація, коли саме от з гіпертонією люди починають самостійно лікуватися. Ні, будь ласка, йдіть до кардіолога, і він же вам точно по вашому індивідуальному випадку розкаже, що слід робити. Добрий день, ви в ефірі. Включіть телевізор. Ви вже в прямому ефірі, будь ласка, говоріть. Я хотіла задати вопрос. У мене велика різниця в давленні з сентября прошлого року. Начиная с 40 и до 75, до 86. 80 между левой и правой рукой, когда я меряю артериальное давление. Угу. У меня, начиная на левой, например, 76, а на правой 155. У меня уже 13 было гипертоническое давление все время. Угу. Гипертония. 13 лет. Можно вам задать вопрос? Скажите, пожалуйста, вы измеряете давление электронным аппаратом или электронным? Электронным. Еще второй вопрос. У вас нарушение ритма сердца есть или нет? Нарушение, аритмия, ишемия. У вас есть мерцательная аритмия? Я не знаю насчет мерцательной. Ну, пульс не ритмичный у вас или ритмичный? Что? Пульс у вас ритмичный или не ритмичный? У меня пульс вообще не протраивает. Ну вот я понял то, что хотел услышать. Дело в том, что электронный аппарат рассчитан на правильный ритм сердца. Поэтому, когда вы измеряете давление электронным аппаратом, при нарушенном ритме сердца он будет показывать выскальзывающие показатели. Неправильные. Поэтому, если вы даже на одной и той же руке проведете измерение 3-4 раза, вы получите различные показатели. Поэтому есть у вас асимметрия давления, которая бывает иногда при сосудистых поражениях той или иной конечности, то для этого надо вам уточнить, измерить прибором обычным, который механический прибор, или у доктора проверьте. Тогда можно окончательно решать вопрос, в чем причина этих асимметрического давления. Если это связано только с ошибками измерения или неправильным использованием аппарата, то вам надо просто пользоваться нормальным аппаратом, потому что электронные аппараты не подходят для человека с нарушенным ритмом сердца. Они дают неправильные показатели. Угу. Так что мой совет – поступить именно так. Дякуємо за запитання, тому що дуже цікава інформація. Мені здається, що дуже важливо для тих, хто стикався з такою проблемою. Добрий день, слухаємо вас. Здравствуйте, мене звати Єлена. У мене в 2014 році мужу зробили операцію. Замінили йому, поставили кардіостимулятор, замінили йому аортальний клапан. Метальные почистили, корни аорты сняли, тоже ему там делали пластику. Значит, вот уже прошло 2 года. Что недавно произошло, буквально 1,5 месяца назад. Значит, говорю, так как есть. После интима у мужа начало сильно биться в области сердца, но это было не сердце, это была мышца. Мышца, такого раньше мы не наблюдали, значит, скорую вызвали, поскольку мы живем очень в отдаленном месте, скорая приехала, забрала нас в районную больницу, но дело в том, что пока нас направили, мы из Черкасы в кардиоцентр, получилось, что оно через 5 часов восстановилось. Скажите, пожалуйста, какая может быть причина и можно ли все-таки нам по 50 чуть-чуть? Можно ли заниматься нам сексом? Значит, я понял ваш вопрос. Значит, ситуация следующая. Я только понял, подергивалась в мышцах груди или это было все-таки нарушение ритма сердца? Может, вы так описали, что вроде бы сердце, а потом оказалось, что это мышца дергалась. Ну, понимаете, вопрос следующий. Человек, имеющий такие проблемы серьезные с сердцем, как у вашего мужа,
значит, у него могут быть нарушения ритма, приступы, независимо от интима, при любой ситуации, потому что есть хроническая проблема. Значит, что можно посоветовать? Я не могу конкретно знать состояние вашего мужа, какие виды нарушений ритма у него были, поэтому лучше этот вопрос индивидуализировать с конкретным специалистом, который его посмотрит и даст те соответствующие рекомендации, которые могут помочь ему в той или иной ситуации, потому что интим – определенная физическая нагрузка, и поэтому или вам объяснят, как это сделать лучше, какие препараты перед этим принимать или там после этого, да, и вам помогут объяснить ту ситуацию, которая была. Но учитывая, что у него протезирован клапан и стоит стимулятор, ну, могут быть определенные ограничения в области интимной жизни человека. Но какие это даст индивидуально докторам, которые будут знать его состояние более детально, как пациента. Поэтому мой совет такой – посоветоваться с кардиологом и после этого принимать окончательное решение, что делать и как. Но, в принципе, интимная жизнь таких людей не противопоказана. Только надо подумать, как это сделать, какими предосторожностями, и чтобы уменьшить риски того или иного осложнения. Ну, вот я так розумію, що це стосується всіх фізичних видів фізичних навантажень. Так, звісно, це фізичне і психоемоціональне навантаження, яке може викликати определенні ризики. Тому треба посоветувати, щоб уменьшити ці ризики. Я думаю, що інтимна життя йому не противопоказана. Але треба от іменно определитися з конкретними моментами, з врачом лучше. Так, дякуємо. І слухаємо останнє запитання. Добрий день, ви в ефірі. Здравствуйте, меня зовут Юлия. Мне 46 лет. У меня такой к вам вопрос. Значит, у меня поднимается давление на протяжении где-то 10 лет. И если было критическое состояние раньше 140 на 100, то есть нижняя высокая всегда, всегда, то сейчас бывает такие состояния 170 на 100. В принципе, боли головной я не чувствую, просто упадок сил. Была я на обследовании у кардиолога и у невропатолога. Принимала соответствующие медикаменты, тренури какое-то время, но мне это не помогает, допустим, да? Не хочу привыкать к этим лекарствам и спасаюсь только каптопрессом. Почему не могут мне поставить диагноз, гипертония ли это, что меня затрагивает? То ли это, как вам сказать, на нервах, да, это все происходит на переживаниях, на каких-то стрессовые ситуации. То ли это эндокринная система, то ли мне сдать анализ на креатинин. Я уже не знаю, что, почему она так происходит. И вот периодами такими бывают, что я просыпаюсь утром, и у меня уже давление 145-150 на 100. Что это и как это лечить? И лечится ли это? Дякуємо дуже. Значить, спасибо за ваш вопрос, он, наверное, адекватен для всех. Значить, первое, що у вас є артеріальна гіпертензія, да? Гипертоническая болезнь есть симптоматические гипертонии, которые могут быть при других заболеваниях. Например, заболевания почек, заболевания щитовидной железы, заболевания определенных сосудов, да, могут вызывать повышение давления, которое является симптоматическими гипертониями. Но принцип лечения этих заболеваний один. То есть если у человека есть гипертензия, как у вас, причем с цифрами прогрессирующими, то пункт номер один – лечиться надо постоянно и пожизненно, и систематически, не хаотически, как вы это делаете, подыскивая препараты короткого действия, когда вы чувствуете или какие-то симптомы повышения давления, или чувство страха заставляет вас их принять. То есть подходы к лечению у вас неправильные. То есть надо обязательно было бы детально обследоваться для уточнения причины повышения давления. Если это сложно сделать в амбулаторных условиях, вы можете получить направление на стационарное лечение. Ну, пожалуйста, в том числе можно и в отделении Александровской больницы, где я работаю, где мы уточним этот диагноз вам и подберем то лечение, которое надо обязательно вам принимать. Такое сказать, что мне лечение не помогает, это неправильно. То есть лечение всегда помогает. Другой вопрос, насколько оно эффективно помогает и насколько правильно оно проводится. Но то, что лечиться надо однозначно, тут вопроса нету. И, так сказать, на Бога надейся, да, а сам не плашай. Поэтому обязательно вам надо пойти более детальное обследование, получить подбор препаратов, в последующем регулярно наблюдаться доктором, который будет регулировать и коррегировать проводимое вами лечение. Это самый правильный совет, потому что не лечиться или лечиться хаотически – это вопрос только ожидания каких-то сложностей, осложнений тяжелых, которые обязательно придут.
Только вопрос тому, как кому повезет. Лучше их не дожидаться, а нормально лечиться, профилактировать эти проблемы. Вот такой совет. Так, пане Леоніде, я вам дуже дякую. Дійсно, хочу також додати, що от нам наша остання дзвонювачка назвала вік 46 років. Мені здається, що в цьому віці просто ще, можливо, якось і лячно, коли лікар каже, що тобі потрібно тепер ці ліки приймати щодня для того, щоб відчувати себе. Але насправді це так, це правда, і ліки потрібно приймати для того, щоб ми відчували себе добре, навіть коли вже у нас і нормалізувалося. Ну так, є болезні, які являються хронічними і які сьогодні не излечуються, але лечуються. Ну от можна привести пример сахарного діабета. Так. Да, якщо чоловік проводить, допустим, інсулінотерапію або прийом таблеток, то він живе, як і всі остальні люди, без осложнень. Якщо він цього не робить, то, к сожалению, це виникає доволі тяжелі осложнення, які можна на сьогоднішній день предупредити, але прийняти, допустим, утром 2-3 лекарства і піти на роботу і нормально прожити весь день і далі жити, це, мабуть, краще, ніж дождатися якихось осложнень, а потім почати лечення. Абсолютно точно, погоджуся з вами. Дякую вам за нашу розмову, спасибо. Дякую вам за те, що такі, такі цікаві консультації сьогодні надавали, такі відповіді. Спасибо. Дякую вам дуже. Дякую вам, шановні глядачі, за вашу активність, за ваше запитання. Я нагадаю, що про серцево-судинні захворювання ми сьогодні говорили з лікарем вищої категорії, головним кардіологом міста Києва, завідувачем кардіологічним відділенням Олександрівської клінічної лікарні, кандидатом медичних наук Леонідом Кушніром. На цьому ми завершимо блок поради лікаря і переходимо до корисних порад після короткої реклами. Ми будемо говорити про стрес після відпустки і про те, яким чином з ним боротися. Не перемикайтесь.